Всем привет! Я достаточно много рассказываю об устройствах IoT Кофебара, которые на сегодняшний день по праву считаются лидерами Z-Wave рынка, как по объему и ассортименту, так и технологически. Сегодня хотел бы рассказать о достаточно молодой, но очень перспективной компании из Армении. Эта компания интересна тем, что им первым удалось выпустить и сертифицировать всю свою линейку Z-Wave устройств на новейшем чипе 7-го поколения. И таким образом технологически они смогли обогнать своих конкурентов и ворваться в элиту. Компания Filtoon была основана в 2010 году. С 2016 года ведется активная разработка на Z-Wave. А в 2018 году была выпущена на рынок пробная партия устройств. Это были Z-Wave термостаты теплого пола и сенсорные выключатели от 1 до 5 каналов. Выпуск на рынок оказался достаточно успешным. Пользователям полюбились устройства Filtoon своим дизайном и функционалом. В конце 2018 года был выпущен новейший чип 7-го поколения. И компания Filtoon вместо массового производства своих устройств решила вложиться в разработку и перевести всю свою линейку устройств на новейший чип. И спустя полтора года мы можем наблюдать, что им это удалось. И на сегодняшний день вся линейка Z-Wave устройств Filtoon выпускается на новейшем Z-Wave чипе 7-го поколения. Это термостаты и FanCoil термостаты, одноканальные и пятиканальные реле и сенсорные выключатели от 1 до 5 каналов. Нужно несколько слов сказать о самом чипе 7-го поколения. Чип ARM Cortex мощнее и у него больше памяти, чем у чипа 5-го поколения, что очень важно при разработке многофункциональных устройств. Кроме этого, он гораздо быстрее и у него шикарная связь. До 300 метров по воздуху и в помещении может пробивать сквозь стены на 30-35 метров. Также он гораздо меньше потребляет, что очень важно для батареечных устройств. Ну и кроме этого, он поддерживает все частоты. Таким образом, имея под рукой USB контроллер на частоте устройства, можно легко перевести устройство на любую другую частоту без перепрошивки. Поэтому, независимо от функционала, устройство на новейшем чипе будет работать гораздо быстрее и стабильнее своих старших собратьев. Компания Filtoon в своей работе опирается на три принципа. Первое – это безупречная техподдержка. Техподдержка у Filtoon русскоязычная, отвечают достаточно быстро и, самое главное, помогают в решении вопросов. Второе – это дизайн. Дизайну уделяют достаточно большое внимание. То есть, если мы посмотрим на термостат Filtoon, то здесь все продумано до мелочей. Посмотрите, какая красивая коробка. Тут даже есть такой вот магнитный замок. Открываем. Давайте сделаем распаковку. То есть тут инструкция. Все очень приятное на ощупь, красивое. Это карточка специальная для включения устройства в сеть. Салфетка для протирки экрана. Панелька термостата. Посмотрите, какой дизайн. Очень тонкая, всего лишь 9 мм. То есть, по сути, это самый тонкий термостат не только на Z-Wave рынке, вообще среди умных термостатов. То есть, в данном случае это черный термостат с серебристой рамкой. Тут коробочка с аксессуарами, то есть датчик температуры и также наконечники. Ну и задняя часть. Все очень качественное, приятное на ощупь. И третье – это функционал. То есть компания, если выпускает устройство, то, анализируя рынок, пытается запихнуть в устройство максимальный функционал. То есть, если мы говорим про одноканальное реле, то есть тут реле с датчиком температуры, также есть возможность его добавить как термостат,
Давайте сделаем также распаковку. Также вот такая вот красивая инструкция. Также security card. Вот сам термостат. Вот так вот выглядит. В комплекте у нас наконечники для удобного монтажа. Термостат, помимо того, что он поддерживает, значит, датчики температуры, идет в комплекте на 10 кОм. Также он поддерживает любой NTC-датчик от 1 до 100 кОм. Компания Hiltun на все свои устройства предоставляет 3-летнюю гарантию. Все устройства Hiltun поддерживают технологию Zero Cross. Это технология включения нагрузки при нулевом напряжении. То есть это, по сути, защита от высоких пусковых токов, то есть защита от залипания контактов. Если мы говорим про пятиканальное реле, то здесь у нас в одном таком устройстве целых 5 каналов. То есть устройство достаточно легко входит в любой подрозетник. Единственное, что вот здесь у меня 45-й подрозетник, и, конечно, нужно брать обязательно глубокие подрозетники глубиной от 60 мм. То есть тут у нас 5 каналов, при этом у нас можно подключить 2 источника питания нагрузки, то есть можно одновременно использовать 24 вольта, 220 вольт, ну и любые напряжения. Также можно подключить мотор и управлять мотором. В одноканальном реле также реализовано целых 8 систем защиты. То есть здесь и защита от перегрева, защита от высокого и низкого напряжения, вот, от перегрузок по току, по мощности. В общем, целых 8 систем безопасности. В заключение хотел бы рассказать про розыгрыш, который состоится в конце декабря. Помимо традиционного розыгрыша контроллера Fibara Home Center Lite, мы разыграем устройство Hiltun, а именно вот такое вот одноканальное реле-термостат. Условия достаточно простые, достаточно подписаться на наш YouTube-канал и приобрести любое из устройств Hiltun. На данный момент у нас в наличии одноканальные реле-термостаты и пятиканальные реле Quinta. Для участия в розыгрыше контроллера Fibara достаточно сделать заказ на сумму от 40 тысяч рублей, либо приобрести любой из контроллеров Fibara. Ну и также обязательно подписка на наш YouTube-канал. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Участвуйте в розыгрыше, приобретайте устройство Hiltun и задавайте вопросы в комментариях. Пока!